Здравствуйте, я Александра Вилюмовская, мне 37 лет. Я родилась в Эстонии, но моя мама коренная петербурженка в поколениях, бабушка – герой блокады. В Петербурге живу 6 лет, замужем, воспитываю 2-летнюю дочь. Я профессиональная певица, пою с детства, и музыка – вся моя жизнь. В Эстонии основала свой русскоязычный музыкальный проект «Лотос». Сама пишу песни и полностью продюсирую, организуя записи, съемки клипов, фотосессии и концерты. Еще я шью принадлежности в кроватку и текстильные игрушки для деток, полностью на руках, без машинки. Я считаю, что идеальная мама должна быть активной и развиваться, работать над собой, чтобы подать хороший пример своим детям и быть интересной для своей семьи. Именно поэтому я пошла на этот конкурс. Когда вернется мама?